Книга «Открытым оком». Тема «Царство небесное. Рай». Том 22. Вопрос 3473. Профессор Осипов утверждает, что спасенных в раю будет намного больше, чем думают некоторые фанатики. И это только потому, что в аду будут, по его мнению и учению, именно и только те, кто уже и в аду не захочет принять условия Бога и перейти в рай. Так ли это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Передо мной его, может, последний труд. Посмертная жизнь души. Алексей Ильич Осипов. Беседы современного богослова. Даниловский благовестник, 2005 год, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II, тираж 30 тысяч экземпляров, 128 страница. На обратной стороне обложки автор Алексей Ильич со скромной улыбкой в галстуке и тщательно выбритый. Явно, что отроку сему за 60 лет. И как эпиграф ко всей брошюре книжится его же головное изречение. Цитата. «Бог не нарушает нашей свободы, и потому двери ада могут быть заперты только изнутри самими его обитателями. Там остаются только те, которые сами не захотели или не захотят из него выйти». Кавычки закрыты. Стоит прокомментировать хотя бы этот перл. Здесь что ни слово, то греховное дьявольское обольщение. Да кто же не захочет выйти из ада, из огня? Но вот долговременный профессор про то хорошо знает, как будто только что вернулся из командировки в ад, куда его патриархия командирует по 3 раза на дню. И слово «только», повторенное 2 раза в 2 строчках, выбивает всякую надежду на исправление. Кто же этим «только», кто же к этим «только» захочет прислониться? Да неужели господин Осипов никогда не держал в руках Евангелие от Луки? Неужели он не слышал от самого Господа нашего Иисуса Христа, что в аду хотят перейти вместо прохлады самые отъявленные негодяи? Но нет там послабления и нет там пользы от раскаяния, как говорит великий Златоуст. Евангелие от Луки, 16 глава, 26 стих. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. 2 Коринфянам 5:10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Притом грешники уже на суде Божьем будут осознавать прошлые свои заблуждения и делать сравнение своей жизни с жизнью оскорбляемого ими праведника. Но надежды им выйти из мучения при всем их желании нет, ибо заперты будут двери снаружи, а не изнутри, как суесловит бритый профессор лжи. Премудрость Соломона, 5 глава, с 3 по 9 стих. «И раскаиваясь, и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе, это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притчею поругания. Безумный, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестную. Как же он причислен к сынам Божьим и жребий его со святыми?
Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. Мы преисполнились делами беззакония и погибели, и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господня не познали. Какую пользу принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство с тщеславием? Все это прошло как тень и как молва быстротечная. Будут проситься в рай преступники, отвергшие Христа при жизни, но все тщетно. После смерти покаяние уже не имеет никакой силы. Евангелие от Луки 13:25. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». По Осипову же в рай не войдут только те, кто отвергает Христа и после нахождения в аду. Чушь беспробудную гонит маститый суеслов профессор. Сколько же на этого профессора денег за всю его деятельность перевели впустую? И сколько же душ он перепортил, изнасиловал своим званием знания. Книга пророка Даниила, 13 глава, 57 стих. «Так поступали вы с дочерями Израиля, и они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего». Яснейшие слова Божии Ильич насилует под свое бритое пустословие. Евангелие от Матфея 8:11-12. «Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубов». И настолько будут желать попасть в рай те, кто жил нечисто, что начисто забудут свое нежелание быть в раю, а начнут свои заслуги мнимые приводить на память Христу, но в ответ услышат окончательный приговор, несмотря на их желание. Евангелие от Матфея, 17 глава, 22-23 стих. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Книга Откровений, 9 глава, 6 стих. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Евангелие от Луки 14:24. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Не хочется незнающим предстать. Аудитория в ответах захлебнется от вечности вопросы. Как обойти Христа? И те вопросы лектору сугубо не по росту. Они, привыкшие при выслуге к почету и не обремененные потусторонним страхом, лопочут и не зарят, где белое под черным, и Бога и Иегову путают с Аллахом. Ответы перлы от попов маститых, профессоров духовных академий, никто их не бросал в евангельское сито. Ни разу и поймешь, какой подоризай демон. И столько белизны при адской черноте, прохлады своей мудренной в гиенском жаре,
В скуфейке, в камелавке расхристанный стратег с превозношением, с гордостью на пару. А слушателей сон, раскрывших рот, под бразностью языческих шатаний, их экономии поток на ада дно увлек, приплюснутые ложью к правде не восстанут. При галстуке и бритый лиходей ворочает в прокуренных мозгах греха завалы, и прошлое такое же, и никуда не деть. Кошмар святую Русью обозвали. Святая Библия, как откровение Божье, неведомо слепцам, попам и их такой же пастве. Меч Гедеона не выхвачен из заржавевших ножек, иначе не посмел бы так нагло враг напасть бы. Преуспевающих в религии дельцов в пустыне пруд пруди и много больше. Невежество – кормушка упитанных тельцов, слова разжиженные не приправят солью. Признание в незнании со ссылкой на Писание. О чем Бог умолчал, к чему в том наслаждаться? Наполнили бы церковь не илом с карасями, а смелыми орлами с пренебесным счастьем. 29 июня 2007 год. Игнатий Лапкин.